Власти Санкт-Петербурга расторгли контракт с генподрядчиком строительства «Зенит-арены». И сейчас объясню, почему. При строительстве потерялись миллиарды рублей, в то время как простые рабочие несколько месяцев сидели без денег. Из-за голода и безденежья они устроили стихийный митинг. Заказчик, администрация северной столицы, обратилась к полицейским, попросила разобраться, в чей же карман денежки утекли. При этом в правительстве города заявили, сменят только генподрядчика, но не субподрядчика. Стадион достроят, те же руки, но под другим начальством. Нового генерального подрядчика обещают найти до конца лета. Но уже ясно, что эти поиски затянут стройку. Так что к оговоренному сроку сдачи, декабрю этого года, могут и не успеть. А значит, над матчами Кубка Конфедерации 2017 навис дамоклов меч. Игры намеревались провести как раз на «Зенит-арене». Напомню, стадион заложили еще 9 лет назад. За это время цена вопроса выросла почти в 6 раз.